Здравствуйте, ребята! С вами я, Роза Файзуллина, и мы вяжем узлы. Сегодня мы с вами рассмотрим туристские узлы, которые используются при связывании веревок разного диаметра. Это узел шкотовый, брамшкотовый и академический. Ребята, для того, чтобы связать узел шкотовый, брамшкотовый и академический, нам нужны веревки разного диаметра. Толстая веревка это у нас диаметром 12 мм, тоненькая диаметром 6 мм репшнур. На экране схема завязывания шкотового узла. Начнем с шкотового. Для того, чтобы связать узел шкотовый, на более толстой веревке делаем петлю следующим образом. Концом делаем контрольный узел, затягиваем. Вот на этой петле и мы будем вязать шкотовый. Ходовым концом тонкой веревки заводим снизу, обкручиваем таким образом и заводим ходовой конец под тоненькой веревкой над толстой. Затягиваем. И на конце делаем контрольный узел. Это узел шкотовый. Схема завязывания узла брамшкотовый. Следующий узел, который мы будем вязать, это брамшкотовый. Так же, как в шкотовом, мы делаем петлю с помощью контрольного узла. Ходовым концом, тоненькой веревкой, заводим снизу, обкручиваем под тоненькую веревку, проводим еще виток и заводим под тоненькой веревкой над толстой, так же, как и в шкотовом. Узел затягивается, расправляется. И на втором конце также вяжется контрольный узел. Обратите внимание, отличается от шкотового наличием данного шлага. Шкотовые и промшкотовые узлы – это надежные узлы, которые легко вяжутся, и под нагрузки они не затягиваются. Единственный минус в том, что они ползут при переменных нагрузках. Поэтому обязательно на обоих концах вяжем контрольные узлы. А это схема завязывания академического узла. Следующий узел вяжем академически. Для этого также делаем петлю с помощью контрольки. Ходовым концом тонкой веревкой заводим снизу. Делаем виток. И еще один виток. И заводим конец туда, откуда мы пришли. Вниз. И затягиваем. На втором конце также делаем контрольный узел. Узел затягивается, расправляется, и на обоих концах вяжутся контрольные узлы. Узел академический – это усложненная разновидность прямого узла. Если прямой узел вяжется на веревках одинакового диаметра, а вот академический применяется для связывания веревок разного диаметра. При большой нагрузке не так сильно затягивается, как прямой узел, и, конечно же, его легче развязывать. Обязательно требуется применение контрольных узлов. Мы с вами сегодня рассмотрели узлы,
которые используются при связывании веревок разного диаметра. Помните, чтобы успешно вязать узлы, нужна практика. Повторяйте, вяжите, и до скорых встреч. До свидания.